Ефрейтор Анастасия Альбертович служит в бригаде специального назначения 10 лет. Регулярно совершает многокилометровые марши, прыгает с парашютом. Армия – ее родная стихия. Очень жесткий характер. И внутри такой стержень, который тяжело сломать. Иногда хочется немножко где-то помягче быть, а не получается. Кому-то это и не нравится, что не прогибаешься, не ломаешься, не плачешь где-то, что там девочкам не тяжело, а наоборот где-то за мной. Строгая дисциплина, по мнению Анастасии, гарантия успеха во многих сферах жизни. Девушка убедилась в этом, когда готовилась к испытаниям на право ношения знака «Доблесть и мастерство». Целеустремленность, регулярные тренировки и самоконтроль позволили ефрейтору Альбертович стать обладательницей заветной награды. Спасибо тоже мужу, который, ты если хочешь, то это надо достойно сделать, а не абы так. И то есть в лес вывозил, давай, иди, чеши, маршрут построил, и ты идешь. Все выходные кто-то дома сидит, а ты по лесу гуляешь. И нервы там подсдавали, как на огневой, что там из КамАЗа, с МАЗа надо было прыгнуть. То есть это высоко, просто маленькое. То где-то ногу подвернешь, что губу закусил, нормально, до конца доработал. Анастасия Альбертович по предметам боевой подготовки может дать фору некоторым мужчинам. Хорошо разбирается в оружии, метко стреляет, только на отлично сдает нормативы по физподготовке. При этом легко находит общий язык с сослуживцами. Брат, называют. Зачастую брат, Вот так. Какая-то конкуренция. Да я не знаю, не чувствую этого. Но с утра прихожу по гражданке, вечером ухожу по гражданке, чтобы хоть чуть-чуть себя чувствовать. Как-то девочка, там, где-то губы подкрасил, где-то глаза накрасил. Даже взять вот какие-нибудь соревнования или еще что-нибудь, как там, в марше там ходили, еще что-нибудь, ты ресницы подкрасил, ты уже такой, с немножечко элегантности. Девушки, которые служат в армии, знают, относиться к ним, как к представительницам слабого пола, здесь не принято. Ефрейтор Альбертович никому ничего не доказывает. Для нее важнее каждый день расти над собой, не забывая при этом оставаться просто женщиной. Сергей Чураков, Светлана Смык, Павел Гузич, телекомпания ВНТВ. Специально для программы «Наше утро».